Женя. Да, ты Женя. меня опять... О, все нормально, есть. Привет, Есть. да, это такое бывает при начале записи. Ну, рад тебя видеть. Взаимно, взаимно. Тебя всегда рад видеть. В твоем подмосковном лесу или московном? Ну, это Москва, я просто сегодня весна пришла, думаю, хоть это выйти с природой пообщаться. Потому что птички поют, все Это тоже цветает. надо, да. На. Ну, и Сок. тем более... Сок ты Тема начинаешь, сегодня... собираешь? Что еще раз? Сок собираешь березовый? Ой, да тоже, ну где его в Москве-то собирать? Ну, не знаю. Здесь завалежник-то посадят, наверное. Не судьба. Ну, давай поговорим тогда о другом соке. Из более южных широт. Да, давай, коли тем более очень большой запрос у нас.